Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Отважные путешественники. Лунтик, привет! Пошли скорее, мы отправляемся в путешествие. Ух ты! А куда мы отправимся? Вот, мы поплывем вниз по ручью. Помнишь наш старый плот? Я его нашел и отремонтировал. Вот здорово! Подожди, Кузя, я не могу. Как не можешь? Почему? Бабы Капы с дедой нет дома, надо же у них отпроситься. Да ладно тебе! Мы быстро, к обеду уже вернемся. Хорошо. Кузя, а ты уверен, что это безопасно? Не волнуйся, я изучил книгу про путешествия на плоту. Мы справимся. Как здорово! Кажется, что не мы сами движемся, а все вокруг нас. Да, это точно. Вот это скорость! Кузя, может, не будем сильно разгоняться? А то уплывем далеко, а мне нужно домой. Эх, жалко. Только набрали скорость. Ладно, сейчас подгребу к берегу. Не выходит. Ой, что случилось? Я сломал весло. Как же мы теперь будем управлять плотом? Давай подождем. Может, течение вынесет нас на берег? Давай. Ай! Кажется, впереди пороги. Что впереди? Пороги! Держись крепче, Лунтик! На картинках они не были такими страшными! Ай! Ай! Кузя, держись! Кузя, что это за шум? Не знаю. Лунтик, берегись! Кузя, ты цел? Кажется, да. Спасибо, Лунтик. Нужно возвращаться. Бабули с дедулей скоро будут дома. Лунтик, мы вернулись. Мы принесли тебе гостинцы. Лунтик! Лунтик, ты где? Странно, его нигде нет. Куда же он мог деться? Я пойду его искать, а ты, Капочка, останься. На случай, если он вернется. Хорошо, Шершуля. Лунтик, Кузя, вы целы? Мы так волновались. Шершуля улетел тебя искать. Лунтик, где ты был? Мы с Кузей плыли по ручью на плоту и потерпели крушение. Какой ужас! Вы же могли разбиться, утонуть, заблудиться. Как только вы додумались до такого? Простите нас, пожалуйста. Мы больше так не будем. Ладно, главное, что вы вернулись целыми и невредимыми. Кузя, уже поздно. Давай, я провожу тебя домой. Так закончилось это опасное путешествие. А Лунтик и Кузя поняли, нельзя решаться на рискованные приключения, не посоветовавшись со старшими.